Это плохой метеорит, который влетел прямо в Марс. Комета. Который влетел прямо в Марс черную дыру. Комета. Черную дыру хотел поломать. Комета. Данечка, ты умывался? Нет. Комета. Это плохой астероид. Он напарался в черные дыры, и потом на другой астероид, потом на другой, и потом на нас фарет, а потом на нас землю. А наша земля где? Вот она! Ну так. Я нашу звезду. Да. Ребята, а что такое черная дыра? Черная дыра это как наша воронка. Ну только в космосе больше нашей Земли, и у нее есть притяжение как магнит. Да, вот. Она на все засасывает. Все засасывает? Ты прав, Даня. Ого, как боевая нет. Она тебя засосет. Одобряю! Ты знаешь, что мы попадем в черную дыру, там только темно. У нас не будет света. Мы можем включить там лампу, но остальное идет от солнца. Просто мы не можем каждый день в черной дыре тратить электричество. Ничего не будет работать. Все. Правда, мама? Ну, я соглашусь, да. Ребята, вы такие умные у меня. Мама! Умняшки. Он тот. Габри, когда вырастешь, кем хочешь быть? Астрономом. Астрономом? Да, я хочу изучать черную дыру и сверхновые. Которые разрываются. Сверхновые звезды? Да. Хочу увидеть, как они сливаются. Здорово. Для этого есть один огромный телескоп, чтобы увидеть. А где он находится? В Южной Америке, папа мне это сказал. Папа сказал в Южной Америке? Да. Телескоп Хаббла. Точно. Какой ты молодец. У тебя такая хорошая память. Я все время забываю, как называется этот телескоп, а ты помнишь. Я так тебя люблю. Я тоже. Всего. И тебя, Данечка, люблю сильно-сильно. Ну так. Данюшечка. Обоваю. Очень сильно обоваю. Побываю я тебя. Так. Мановка, чем? Какого я хочу стать? Бал. Кем ты хочешь стать? Бал. Большой. И другие звезды, большой, и тут другое, большой, и плохой взрыв. Большой взрыв? Да, но это нас убивает. Но он очень большой. Он у нас был. Большой взрыв. Это такой большой взрыв, который дал начало нашему миру. Которые формировались звезды, черные дыры, кометы и солнце, солнечная система, наша Земля и прочие динозавры. Например, змей – это часть динозавров, только другое.
Кабри, ты так много знаешь. Это я все узнал. Какой ты молодец. Сейчас я каждый день... А сейчас я кого вам? Буду изучать астрономию. Интересно. А сейчас я большой буду жрифт. Вам говорит. Большой жрифт. Я... Как интересно. Это...